В этом году противопожарная инспекция провела обследование на 682 объектах образования. Среди них общеобразовательные школы, детские сады, колледжи и вузы. Результат неутешителен. Выявлено более 3000 нарушений. 900 из них относятся к разряду капитальных. В 63% школ установлена противопожарная сигнализация, но за ней некому следить. Есть объекты, на которых неправильно проложена электропроводка, просрочен срок огнетушителей. Очень плохое состояние подарных кранов и гидрантов. В этом году на решение противопожарных проблем было выделено 603 миллиона тенге. Из них пока освоено 33 миллиона. Теме пожарной безопасности был посвящен специальный круглый стол, на который были приглашены педагоги. Совместно с пожарными представители образования решали, как можно ликвидировать эту проблему. Областным акиматом совместно с департаментом ЧС разработан план выделения денежных средств на 2010, 2011, 2012 год. Вот поэтапно эти деньги осваиваются. И поэтапно во всех учреждениях устанавливаются противопожарные системы. По результатам проведенных обследований представители ДЧС направили в суд 44 иска. В результате была приостановлена деятельность 12 объектов и 22 помещений. Ринат Хамидуллин, Бахадыр Тажибаев, Талгат Примкулов, информационная служба телекомпании ОТРР.